Так, привет, друзья. Ну что, буду снимать это видео в новой локации. Вот и так вот оборудован, скажем так, мой кабинет теперь рабочий. Я въехал. И сегодня я буду не сам. Сегодня приехал ко мне Миша из Numismatics TV, и мы переберем офигенный мешок. Значит, вот такой вот мешок приехал. Миша, привет. Всем привет, друзья. Привет, смотрите. Короче, вот такой мешок, я покупал его в Ощадбанке, давненько он лежал, и непонятно было, что с ним делать, ведь еще, хотя написано 13 сентября, но что-то мне показалось, что он совсем давно у меня лежал. Ну, как минимум, с сентября он у меня был. И тут вот такая пломба, как видите, как оно еще прошивается. Мы видим, прошивается непосредственно в сам мешок. То есть часто бывают, ребята, не покупайте там на Улыксе, еще где-то, просто бывают пломбами, которые можно купить. Прошивают мешки и засыпают туда, что попало. То есть, если покупаете себе там дата одна, а по факту там что угодно может быть. В данном случае я брал именно конкретно в банке. Я знаю, что здесь может быть что угодно. Надеюсь разбогатеть. Мешок мне обошелся дороже, чем номинал. Надеюсь пополнить чем-то интересным свою коллекцию с этого такого мешочка. И при этом что-нибудь расскажем вам интересное и полезное. Еще, друзья, мы будем перебирать и, в принципе, ориентироваться, ну, на рыночные цены и на цены, которые есть каталожные, чтобы так приблизительно понимать, какие прогнозы на 2020 год. А поможет нам в прогнозах вот такой вот каталог, который вот только-только будет выходить. Максима Загребы. Посмотрите, он буквально мне прислал его только сегодня, на следующий год, полностью с ценами и с обзорами на те монеты, которые у нас уже вышли, и с теми ценами, которые сейчас актуальны и будут, как я понял, по прогнозам на целый год. Хотя мы с Мишей такие не сильно прогнозисты, да, как очень сложно предугадать, да, какие будут цены. Ну вот, можем, кстати, появились в этом каталоге уже даже роллы, гляньте, наборы роллов, оцененные 2004 годом, да, 2012, вот такие вот 50 копеек. И, конечно же, шаги. Я снимал ролик, Миша, наверное, видел, да, про 50 Да, шагов. конечно. Очень я хотел эту монету, сделал новогодний себе подарок, можно сказать. Ну, ко мне сейчас еще одна монетка едет, так что это будет еще один бомбезный просто ролик. Вот. Что, как ты думаешь, как по гривнам? Какая оценка у Загребы на гривны обычные, юбилейные и так далее? Да, мне 95, самое интересное, 96. сейчас непонятная ситуация на рынке. Сейчас непонятная ситуация. Ну, давайте смотреть. У нас мы видим сейчас. Так, 92-й год мы не берем, 95-й. Что тут видим, А, ребят? ну тогда здесь, в принципе, все. Вот эти цены адекватные. То есть 500 гривен сейчас реально покупают монеты из оборота. 1000 гривен, в принципе, в хорошем состоянии на аукционе можно купить. Ну, до 1000, там 800-600. Хотя, насколько я помню, узкий канал, наоборот, там до ворот 200 стоит. 6 от 50. В принципе, это рыночная цена. Вот 50 гривен сейчас Да, ее в UNC покупают. как раз я вот продавал по 280. По 280, да, у меня отмешанные монетки две было. Так что я, кстати, показывал в инстаграме своем. В 280 вот такие вот монеты. Ну, да, примерно. Гуртовую надпись 95-го в 3500 оценил. Ну, как ты думаешь, нормальная цена или она дороже стоит? Ну, я не знаю, я с такими монетами не работаю. Ну, монета очень узкая, нишевая, 95-й, 96-й с гуртом 95-го. Конечно, это однозначно интересно. То есть это прикольно, необычно. Но если она у вас лежит в альбоме, уже сложена, убранная, ну, не факт, что она будет супер. Ну что, твои прогнозы? Давай. Я думаю, сотка, да, точно есть. Ну, конечно, вот в супер состоянии по 100 гривен за монетку рольную можно брать спокойно. И из обихода, понятное дело, Даже уже огонь по 75 гривен. 25. Кстати, вот эти монеты, мне кажется, они, их сложно найти в хорошем состоянии. Я как Прямо раз в клубе себе в коллекцию в альбом покупал, там по 20, по 30 гривен, то есть были, да, я они? вижу, что, в принципе, удачное было приобретение. Не, ну, в принципе, говорить то, что это завышенная цена, я думаю, неправильно, потому что, ну, эти монеты реально очень сложно найти в идеале, поэтому адекватные цены, то есть абсолютно Да, классно. ну, я думаю, да. Тем более, то есть, с учетом того, что сейчас у нас идет на весь год это план. Стоит монета 16 года на той цене, которая была. Как думаешь, с чем это связано в прогнозе Ну, она здесь? изначально стоила намного дешевле, ну, там, гривен 60 еще года 2 назад. Угу. Сейчас она очень неплохо подросла. И зафиксировалась на такой цене, 250 Ну да, это гривен. же как бы не обиходная монета, а сувенирная продукция для коллекционеров.
То есть, по факту, весь тираж, который был выпущен, он и останется. Она приравнивается к незельберовым монетам, просто она в другом облике. А незельберовые монеты с такими тиражами, ну, какой-то на эти... А вообще неинтересно. Не дорожает. То есть, 60 тысяч тираж, ну, это... Ну, интересно только тем, что у нее, в принципе, дизайн обиходная гривна, а так, по сути, это не обиходная гривна, поэтому... Интересно такое даже сплотиться. Ну, только жалко, хотя было бы прикольно. Очень жалко. Снять ролик, взять 10-20 таких монет и пойти попотратить. Друзья, кто хочет такой эксперимент провести, пожалуйста, мы ищем спонсора. Я могу снять, Миша может снять. Хотя... Спонсор просто для лишней монеты в коллекции. Спонсор за одну монету и потратить 19 монет на кассе где-нибудь. Ну, довольно прикольно. Окей, у нас уже есть монетки 5 гривен и 10 гривен. У меня монета уже пришла. Я обязательно сниму обзор. Сейчас, кстати, покажу. Вот, смотрите, друзья, какая красивая. Так, шершал на фоне. Вот, друзья, смотрите, какая красивая монетка. Только вышла, буквально 2 дня назад. У нее такой многоугольный кант, что ее отличает, в принципе, от монет номиналом 1, 2, 10 гривен. Так, ну что, давайте распаковывать. Мы видим, что все очень четко. Я долго думал, куда деть, потому что мне предлагали даже деньги за этот мешочек. Мне предложили 1300. Ну, думаю, так интересно побаловать вас данными перебором. Тем более, может удастся выйти в хороший плюс. Конечно, гривна 92-го, 95-х, 94-го. Я даже не видел ее живьем. Так что, ну, я знаю. Это, в принципе, хулиган какой-то. Нереально, да? Я с другим ножом сегодня распаковываю. Так. Фиг откроешь еще, посмотри. Да, да. Кто будет распаковывать свои пачки, если вдруг вы купили на Олексе? Ну смотрите, вот это как запаковано было в банке. Да я не высыпаю, ну все. Можно высыпать. Погнали. Ну что, разбогатеть. Надеюсь, побольше. Ничего себе. Все, так, сейчас мы разделим на пару кучек и будем пересматривать. Что тут есть? Ну что, погнали. 2006 в таком. Кто собирает погодовку? Ну, можно в альбомы. Да, да, я думаю, так я сделаю с этими монетками. Да есть 2006 что-нибудь? Я не помню, надо посмотреть. Может быть, я же альбом собирал. Один, кстати, на аукционе у меня альбом ушел. 200. И... В принципе, я думаю, это отличная цена, потому что монетки я показывал, там обалденные, просто горящие были. И поздравляю очень победителя. Если бы это было, конечно, так просто так на аукционе, я думаю, я бы не выставлялся такой цифрой. А тут это был первый аукцион на канале, так что я думаю, вполне нормально. Так порадовать подписчиков, я думаю, может, если здесь тоже что-то будет интересное, захочется разыграть, может быть, тоже что-то выберем. Это год. Вот тут небольшой непрочекан. Такой, ну, такой... Вообще незаметно, да? А давайте я сейчас покажу непрочекан, который вот у меня есть в коллекции. И в принципе, вот он интересен. Я такой покупаю для своей коллекции и на обмен беру. Сейчас покажу. А с другой стороны, вот. Класс, да? Такой, кстати, непрочекан, похоже, был у меня в переборе, когда я с Андреем встречался. Как раз, когда я... Это более-менее что-то нашел, четвертый год. Вот, четвертый год, супер. Куда-нибудь откладываю их в общую копилочку. Так, вот этот непрочекан мне интересен, я хочу положить такой, только я вообще бы хотел, чтобы из двух сторон ничего не было. И прям такую бы я готов положить к себе в коллекцию. Если у вас есть, пожалуйста, тоже присылайте. Как тебе? Ты такой вообще положил бы к себе в коллекцию? Или... Ну, да, интересно, красиво. Вот, гурт. У нас 12-го года, кажется, гурт. Вот такая вот монетка. Угу. Так что, дальше поехали. Так, 5-й год. 10-й. То есть, еще мы смотрим повороты. Кстати, повороты бывали у тебя в коллекции? Продавал ты? Вот такие именно, там на 10 градусов, 15. На гривне нет, было 25 копеек поворот. На 180, на 90. Неплохо. И 25 копеек было уже. Так. О, 2004. В хорошем состоянии. Прям вообще кайф. Я думаю, сейчас мы оценим по загребе эту монету. Ну, если не надо поработать, так чисто мылом пройтись, но тут есть блеск. А, она хорошая. Вот. Не знаю, насколько на видео видно там. Угу. Ну вот, видно блеск. Так, кому мы передаем привет? Magic Money. Привет тебе, ты говорил.
2004, любишь такую монетку с блеском, вот попалась в переборе. Надо помыть. Да, сколько... По его же методике. О, да, засыпать песочком будем? Или нам нужна супер тряпочка? Ну, мы... Мылом. Мылом, сделаем. Где есть коллекция, что ты видел? Надо посмотреть. Ну, не в таком состоянии, мне кажется, у меня похуже был. Помоешь, получишь коллекцию. Ну, я прям на сдачу получал именно вообще вот идеально. Монетка, как будто она из рук, если разумаешь. Что происходит? Ну, да. Кому ты хочешь еще передать из монетных каналов привет? Сейчас кого-то смотришь? Или времени совсем мало? Да нет, смотрю. К сожалению, тоже я в последнее время не так часто смотрю каналы. Ну, хотя несколько каналов прямо мои фавориты, я их заглядываю. Монеты СССР хороший канал. Знаешь. Блин, знаю, смотрел, даже у тебя видел перепосты, но единственное, не моя тема немножко, вот как-то действительно классно подают информацию, хорошо, буду рад познакомиться, может, попить чай, поперебирать монеты, да, вот, ну, может быть, загореться немножко этой темой, потому что что-то пока не моя. Отлично. Воу, ребята, это причем просто... она в реально почти рулевом состоянии, если мылом пройтись. Вот это то, что мы говорили, да, а мы про 60... Ну, я думаю, 75 она не стоит, но гривен 40-50 вполне, если... Ну, тут есть определенная такая патина. Я думаю, если ее убрать, какие-то отпечатки пальцев на монете есть. Ну, можем поэкспериментировать. То все спокойно убирается, в принципе, можно будет еще ролик отдельно снять. Ну, я думаю, просто мылом помыть эту монетку с водой, и будет она отлично выглядеть. Класс, откладываю. Сейчас вышел мой ролик на канале Виолити по подаркам. Подаркам новогодним. Я очень долго его делал. Я не знаю, наверное, неделю так точно снимал отдельно там, придумывал, что вам рассказать, брал интервью. Ребят, зацените, как вам материал. Ссылочку я оставлю в описании. Вот, ну, постарался сделать, надеюсь, зайдет. Кстати, там разыгрывают Виолити деньги. Ты, Миша, сейчас покупаешь на Виолити? Участвуешь в этом? Да, да. Буквально пару дней назад выиграл 7 монет, сделал обзор на канале. Угу. Пол копейки, штемпельном блеске 25-го года. О, я смотрел, очень круто. Так, действительно, там такое медное, да, такое у него было? Да, такая красная, красивая монета. Действительно, я помню этот обзор. Вот, кстати, смотрю канал Миши. Ну, еще там... 2004. Еще буквально там вчера-позавчера купил еще пару монет советских. Не знаю, я бы, наверное, хотел себе какие-то базовые монеты взять, не супер редкие, в хорошем состоянии, но пока... Советские? Да, советские. Но пока есть что собирать по Украине, и оно мне прям доставляет удовольствие. Я не знаю, и потому я так не переключаюсь. Хотя у тебя... ты начинал с советских? Советский царин. Основная тематика. В принципе, остается и по сей день. Также есть монеты Украины, которые интересны. У тебя 2 копейки 2003-го нет? Нет, нету. 2 копейки 2003-го нет. Видел у тебя в обзоре. И цены сейчас тоже мы посмотрели у Загреба. Такие приличные. Монетка хорошая. Интересная, конечно. Если у кого есть, ребята, неужели находят вот так прям среди оборота? Прям, ну, кайф такой найти. Причем он почти в идеальном состоянии. Гораздо быстрее. Я просто болтаю больше. Ты перебираешь. Так, отмоешь от этих. Да. Все, ребят, вот это в последней монетке, вот эта вот кучка, капец, все, нету юбилейки, я не знаю, ну, наверное, таки это была не очень удачная инвестиция в этот мешок, в плане покупать его сильно дороже. О, вот это приятно, уже сколько, 100 гривен. Ребята. Не, ну такой блеск, я думаю, 100 гривен не понятно. Ну, 200 гривен. Больше? Ну, не знаю, мне нравится. Если поработать с монетой, в принципе, можно за 50 продать. Нет, за 50 я, пожалуй, оставить лучше в коллекции. За 50. Она не сказала, что все ярко. А, ты, ну, конечно, ну, мне кажется, на перспективу можно откладывать монетки. Конечно. 5-й год, смотрите, какая. 5-й штемпель. Блеск, лучики есть. Так, что мы еще? Так, почти все. И подытожим. И подытожим, что все-таки было найдено. И что, собственно, стоит искать в первую очередь. И что
реально может быть найдено. Ну да, я уже не думаю о 96-м или 95-м. Когда-то я, помнишь, было видео у меня, когда я копилку разбивал, у меня там было много 95-х, я вообще очень ровно это воспринял. А теперь я понимаю, что тут как бы хоть бы юбилейку какую-то найти, и это порадует. То, видимо, я был такой, знаете, разбалован в этом плане. Да, ну, там все, 5 95-х нормально. Ну, как бы, хотя я понимал, что там будут эти монеты, потому что человек продавал, который мне до этого продавал монеты отдельно, поштучно. 2004 попадается. Пока все не очень празднично. Миша, ты елку поставил уже новогоднюю? Да нет еще. Ты планируешь ставить? Елка, это, мне кажется, уже настроение. Как будет новогоднее. Ух, вот это, мне кажется, хорошее состояние. Смотри. Ну да, вот это супер. Двушка. У меня, кстати, вот 2001 есть. Ну, еще побудь, они все такие залапанные, знаешь. Угу. Но вот вот это клевое. Ну так, в целом, это, конечно, хорошее. Если помыть ее хорошо, будет еще ярче. Вот. Видите, юбилейка вообще нету. Юбилейки тупо нет, но нет, есть монеты. Ну да, да, мы покажем сейчас, и что там. Одна вечная. Так, ну что, что у нас в итоге получилось с 1000 монет из банковской упаковки? 2004 год, раз, два, три, четыре, пять, шесть монет в обычном состоянии и одна в более-менее прикольном таком штемпельном блеске. Действительно приятная монетка. Да, Миш, давай тебе хоть что-то. Ну, да, монета в отличном состоянии, в принципе. Ну, все те, которые штемпельные монеты, тут имеют какие-то отпечатки пальцев. Немного такие окислые. В принципе, можно их привести в порядок и будет сверкать. Есть много очень красивых монет. Тоже второй год. Кстати, отличная монета. Но ее все равно можно освежить, в принципе, мыло с водой. Угу. И будет она еще сильнее. Вторая немножко такая, но тоже можно ее помыть. Тут тоже такой налет, который все легко, в принципе, убирается, и монета выглядит намного свежее. Угу. Вот первая в хорошем состоянии. Тоже зеркальная такая. Вот. Маков я много нашел, вот смотрите. Раз, два, три, четыре. Две, всего мне четыре? Кажется. Да, что-то мне кажется, я две нашел, или одну, и ты две нашел. Как-то мне казалось, что ты еще больше нашел. Вроде не было. Ну и, в принципе, там гривны по две. И вот 65 такая. Ну, это я нашел, это чисто гвоздь программы, как говорится. Вишенка на торте. Да, да, вот это приятная монетка найденная. Думаю, единственное... Позарей 75 гривен в UNC. Ну, я думаю, в UNC ее можно привезти спокойно. Ну, тут опять же вот этот налет, такая легкая патина, ее, в принципе, легко убрать, и монета будет выглядеть как ролловая, по сути. Да, отлично. Ну что ж. Ну, конечно, не предел мечтаний, но все равно есть классные монетки, которые можно покласть в коллекцию, лучше, чем ничего. Потому что я слышу рассказы, что на нем вообще ничего не дается находить. Желаем всем удачи, надеюсь, вам понравился такой совместный формат. Если понравился, пишите об этом в комментариях, будем устраивать еще. Ну, на этом мы с вами прощаемся. Все, всем пока. Пока, ребята.